Упс. Так. В общем, вывели провода. Сделали клеммы, шайбы, обточили на шуруповерт и болгарку. Собрал стопочку, жик, проехался. Все, ну типа как импровизированные клеммы аккумулятора, выводы. Трубочки медные. Из трубочек медных сделаны вот такие клемки. Здесь все заплескано, зажато. Сейчас термоусадочку обсадим немножко. Так. Можно и получше усадить было. Длинный, ну ладно, хватит и так. Так, сейчас мы, все, усадочка села, можно еще заизолентить. Синей изолентой сюда плюс, сюда минус, у меня так стоят. Вот как-то так он будет стоять, как аккумулятор. Так, сейчас подзарядим, затестим, и можно будет ставить на машину. Так, ну что же, собрал я вот такой импровизированный стенд, лампочка, ближний свет, 55-ка. Понятно, да, подсоединена через ваттметр, аймаксом мы заряжаем, сейчас подбиваем его до упора, до 14,7, чтобы он отключился, он в принципе заряжен. Смотрим здесь 14,65. А, нам надо, наверное, обнулиться, да? Здесь надо обнулить. Раз. Вот так вот. Нули. Кругом нули. Все, iMac зарядил. Сейчас мы сюда вставляем вот этот предохранитель. Лампочка загорается и считает нам наши, опа, часы и минуты. Смотрим, вот поехала. Вот лампа горит, ближний свет. Так, просадочка. 4,38, до 7 ампер пик был сразу. Сейчас ток упал, 4,38, 0,32. Так, ну догоним до 9 и... отключим, да, чтобы узнать весь наш диапазон. Вот так вот, 11,79. Вот так, приготовиться вытянуть предохранитель. Вот столько она горит, лампа, это полный накал. Должна где-то минуты полторы гореть. По видео будет видно по времени, когда она загорелась. Тут-то время не считает. Тут ватт, часы, амперы, ватты. 37, 36, падает. Так, 9,76. Приближаемся к девяточке. 9 вольтам. 40, 39. Так, так, так. 16, 4, 3. Оп, блин, все. Есть. Вот, 8,99, 1,1 ватт-час, 7 ампер пик, 7,87, так, 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 ватт и пик, 0,97 ампер часа. Да, 0,97, ну 0,1, как мы и считали, iMax нам считал 0,1, а здесь 0,097, ну тоже, в принципе, 100 миллиампер часов, 100, вот, 0,97, чуть-чуть там. Вот, ну и получилось примерно 0,1 ампер час, это 6 ампер минут или 360 ампер секунд. Вот оно у нас так примерно и вышло, вот до 9 вольт. То есть в рабочем диапазоне оно нам вот отдает
столько. Угу. То есть будет крутить стартер. Если 300 ампер ток, то он секунду прокрутит. Если 100 ампер, 3,6 секунды. Ну, примерно. Это все примерно. Дальше ставим на машину. Так, подзаряжаем дальше. Так, решили мы все-таки завести. Это аккумулятор еще стоит. Сейчас посмотрим. 10 градусов. 10 градусов внутри в двигателе, так? Вот, через ОБД. Смотрим, там он моргает. Показывает температуру двигателя. 10 градусов. Вот это у нас что на аккумуляторе? С включенным зажиганием. Вот я выключил. 12, 24, 25, 26, 27. Взяли с собой вот эту вот батарейку из ионисторов. Так, теперь отключаем зажигание. Идем, выходим на уличку. Так, вот у нас что стоит под капотом. Под капотом у нас стоит тут аж 90-й, сотый вернее, сотка, зубр. Так, мы ее сейчас быстренько откинем. Катушка перенесена туда. Потому что надо было поставить. Так, вот мы его уложим. Сейчас быстренько откидываем. Дядя Саша, ну-ка подержи, вот так вот поснимай. Мы сейчас все онлайн сделаем, да? Вот так вот. И вот так вот. Вот так. Это газ. Это газ можно, блядь, отключить. Есть. Так, газ. Подожди. А, тут еще, бляха, этот стоит. Фары. Фары, шмары, да. Фары. Так, этот теперь. Газ, газ. Фары мешают немного. Хватит ли клем длины? Так, так. Минусочек сюда. Ну, должно хватить, по идее, да, вот так. Угу. Вот так. Так, ну что, соединяем. Вот так. И соединяем плюсович. Плюс сюда. Угу. Блин. Так, дядя Саша. Надо закрутить, бы... блин. Нет, тебе бы хотя бы вот так. Держать. Подожди. Подожди. Это я пока скину. Вот так вот. Нет, ты закрути, блин, чтобы она зажала ее там. Отвертку. Ну, и тот так же самое, еще. Только посадили. Ну ладно. Ну, видишь, блин. Хорош. Ну, вроде троху держится. Смотри, я давай я подержу, ты зажми. О! Да тут тупо вот так подержать и все, оно стартанет. Так. Ну. Ну что, глядеть, снимать. Покажи там, где Саша, я посмотрю, сколько вольт. Опс, 14.36. Отлично. Ну что, я стартую. Просадка. Есть. Есть. 14.5. Просадка к девятке где-то. Вот так. На скорую руку. На скорую руку 14.57-58.
глушим снова 14. Нормалек. Три раза. Даже вот просадка с включенным зажиганием 13,9, 9,8, но оно нормально, то есть ток, видимо, высокий, и оно нормально заводит. Завтра будем дальше.